Привет-привет, наши дорогие зрители! С вами Лилия Донскова и ваш любимый кот Бакс. Ой, ты что тут делаешь? А Бакс где? Простите, секундочку. А вот и Бакс. Ну, теперь все на месте и можно начинать. Итак, сегодня у нас праздничный выпуск, потому что утром, когда мы проснулись, оказалось, что вас стало ровно 8000 человек. И это очень приятная цифра для нас. Конечно, для кого-то это не очень много, но для нас это очень классно. И за все время наше видео посмотрели 1 700 000 человек и смотрят нас более чем в 65 странах мира. Это для меня, конечно, очень классная цифра. И что я хочу сказать, когда мы начинали наш канал, то мы его вели просто для нашей команды, потому что хотелось давать лучшее обучение. Не каждый человек может прийти на личную встречу или прийти на вебинар, а посмотреть запись в удобное время, в удобном месте может практически каждый человек. И постепенно нас стали смотреть другие люди, и это стало так приятно увидеть масштаб, объем и, самое главное, те слова, которые вы пишете под видео, вот эти слова благодарности, рекомендации, ваши отзывы о продукции и так далее, это очень ценно. Ну и для нас, конечно, очень ценно то, что мы можем обучать людей в разных точках планеты посредством наших видео, а опыта достаточно. Я сейчас нахожусь в звании директор компании Oriflame, мне 45 лет, и поэтому меня просто распирает от желания помогать людям, делиться всем, что у меня есть. И мы решили в преддверии Нового года устроить маленький праздник. Мы хотим устроить розыгрыш на нашем канале, и главный приз у нас будет вот такая вот чудесная парочка, две косметички. Сейчас они связаны таким шнурочком, но при желании их можно развязать. Одна косметичка поменьше, черная, передняя часть у нее сделана под змеиную кожу, а вторая косметичка с одной стороны красная, с другой черная. Кто-то из вас получит этот приз. И неважно, где вы проживаете, мы решили, что мы не будем ограничивать только Россией наш розыгрыш, а любой, кто станет победителем, точно получит приз от нас за наш счет. Я сейчас расскажу условия розыгрыша. И еще у нас будет 30 вот таких вот открыточек. Я сейчас несколько штук уже нарисовала. Я их рисую сама. Они будут вот в таком вот виде. Они будут, наверное, практически все разные, потому что у меня просто такое вдохновение и фантазия просто вот меня распирает. Все они будут ручной работы, и кто-то из вас получит такую открыточку именную. Я их обязательно подпишу каждому, кто выиграет. Что нужно сделать для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Под этим видео будет выложено полное условие, что нужно сделать, и ссылка. Вы переходите по ссылке, попадаете на мой пост с этим видео, на мою страничку ВКонтакте, ставите лайк, делаете репост к себе на страничку, но ваша страница должна быть не фейковая и открытая. То есть это сразу видно, когда страничка сделана только на розыгрыш, там нет ни друзей, ни постов, ни фоток, то есть видно, что она прям свеженькая. Вот. Ну, желательно, чтобы розыгрыш был честным, мы будем проверять, что страничка должна быть правильная. Вот. И вы делаете репост, открываете этот пост, сверху берете ссылку и скидываете в комментарии под это видео. И мы потом рандомно разыграем все эти призы. Розыгрыш состоится 6 декабря, это будет пятница, в 19 часов по Москве. Это будет прямой эфир. Чуть более точно вы увидите в оповещении, это будет прямой эфир или в YouTube, или в ВК, ВКонтакте. Чтобы вы сами увидели, что розыгрыш честный, мы будем делать, естественно, запись прямого эфира. И после этого мы с вами связываемся, и я всем отправляю ваши подарки. Участвуйте в розыгрыше, оставайтесь на нашем канале. Желаю вам чудесного настроения и всем успехов. Спасибо вам еще раз за то, что вы есть. Мы вас очень-очень любим. И до новых встреч. Пока-пока!